Да ну нахер. Да ёбана. Слышь, парень, ты не прав. Вообще вы не правы, что с этой стороны загородки находитесь. Там ваше место. Блин, какой срачельник тут развели. Не, ну а как? Птичник, без этого не обойтись. Под метелочку ходить прибирать, что ли? В любом случае, трава им туда кидается. Пух, перья летят. Они крылами машут, все это сюда вылетает. Ну, раз в недельку можно. Хотя дождик все это дело прибирает. Он меня сейчас съест, я отвечаю. Слышь? Надо покормить. Наконец-то они начали хавать. А тут так и так на зерно вот это смотрят, ну, снехать, что-то там вылупают. Начали съедать. Это потому, что они начали расти. Воду, конечно, надо уже поменять. Время 9 утра, я на работе. Я добавлял им дрожжи. То есть буквально чайную ложечку на все вот это вот дело и ложка столовая сахара. Сейчас перестал уже где-то неделю. Надо снова так делать. Я считаю, что все-таки это у них как-то аппетит может вызвать чуть-чуть. Ну, там микро какие-нибудь элементы они могли получать с этого дела. Сейчас надо закидать этих обратно. А то если пойдут гулять с собаками, собака по-любому сожрет одного индюка. Ну как сожрет? Она его придушит, а мне придется его потом рубать. Как хорошо солнышко припекает. Накал сразу смотрим свежий. Ага, хорошо все. То есть это вот такой вот он и должен быть. Это они зелени тут нажрались. Ну это те, которые снаружи ходят, они зелени пожрали. Те, которые внутри, зелени им нету. Хотя рацион индюка должен состоять на 30% из травы. Естественно, мы каждый день траву не даем. Нам уже влом, потому что это надо на озере ее собирать, потому что вот эту они не едят, не хотят. Вон, хорошо на улице. Вон, на озере. Надо идти сети проверять, а меня тут на работу вызывают. В принципе, почему и подняли так рано. Распушился. Самец. Ну, как бы тут много самцов. Но хотелось бы больше. Индюшки не успеют вырасти к холодам. И потом у них затормозится рост за счет того, что они будут пускать на обогрев еду. Вот такая вот песня. Ладно, с добрым утром, типа, всех.